Всем привет! Не всегда на порогах есть кантик, за который цепляются зажимы, чтобы установить машину на стенд. Вот на примере этой BMW. Здесь порог гладкий. Как видите, здесь ничего нет и зацепить зажимы от стенда не к чему. Что мы будем делать? Сделаю вот под эти технологические отверстия. Здесь ставится домкрат пластмассы, под домкрат, так скажем. К ним приспособлю девайс. Ну а теперь я вам расскажу, как и из чего я их сделал. Вот таким образом они теперь крепятся к порогу за счет поворота. Ну и затем крепим к стапелю. Это, конечно, не идеал. Каждый может потом под себя доработать эту идею. Ну а для обычного стапеля от бортовок нет на 2, 3 и 4 серии BMW. Ну на этом, пожалуй, все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Пока!